Сейчас запущу небольшую интригу. Смотрите, завтра утром, ну не совсем, 10:45, здесь состоится очень интересный мастер-класс. Проведет этот мастер-класс человек, у которого действительно есть чему поучиться. И я думаю, что сейчас вы в этом убедитесь сами. На сцене Обнинской ноты Олег Булгак, Москва. Добрый вечер. Большое спасибо. Каждый раз я приезжаю в Обнинск даже с большей радостью, чем к себе домой, потому что здесь лучше, чем дома. Здесь вкуснее, чем дома. Я жену не брал с собой, она не знает, что я это произношу. Каждый раз, когда я сижу в зале и смотрю выступления всех, кто приехал на Обнинскую ноту, на очередную Обнинскую ноту, я думаю, ну хорошо, я тоже выйду, буду тоже не хуже. И с каждым следующим выступлением мне становится все страшнее, потому что каждый раз надо сдавать экзамен. Я в каком-то ужасе после того, что звучало, и так прекрасно здесь это все разносилось. Ну, надо как-то, я вот все думал, слишком много адреналина во мне. Давайте кричать, да здравствует Обнинская нота! Yeah! Спасибо, ну немножко легче стало. Значит, это песня, которую мы написали вместе с группой «Дипломаты», в которой до сих пор иногда она собирается. Потому что контрабас и скрипка «Дипломатов» живут сейчас в Хьюстоне. Губная гармошка, композитор и гитара живут в Кишиневе. Еще одна гитара и фронтмен живут в Москве. В общем, мы иногда собираемся и играем. Вот это наша общая песня на стихи известного, наверное, в определенных кругах художника Загузова. Она называется «Чай под номером 36». Как там он говорил, чтобы слушать Загузова, надо пить и закусывать. А чтобы понять его чувства, нужно знать все из чувства. Но у нас нет всего из чувства, а есть вот такая песня. Чьи-то ноги ушли, на ходу говоря, что я уже пьян. Но этот вывод ужасно нелеп. Я просто ушел и скоро вернусь. У них светло, у меня темно. Им хорошо, и мне ничего. Но все это не так, это все не так. Остался час, остался час. Бьют барабаны, трубы трубят. Медленно я вливаю в себя час. Я должен смеяться, но мне надо уйти туда, где ничейная бродит строка, пока не упал последний кусочек песка. Только бы не застрять, а здесь словно мусор рассыпанный дни и сыпь.
чай под номером 1002, чай под номером 1489, чай под номером миллион. Море песка. Спасибо.